показываю. Салон очень аккуратно. Панель вся целенькая, все обшивочки. Управление задней печки. Так, вот такой вот Kenworth. Всем добрый день. Делаю обзор. Уезжает у нас на Сахалин. Вот такой вот зверюга. По внешне, в принципе, машина очень аккуратная изначально, то есть, да? Вот такой вот Kenworth, смотрите. Красавец. Мотор уже на нем сделанный. В принципе, на Петербилде тоже сделанный. Так, салон классный вообще. Но потом я обзорчик сделаю его. Ну что, будем его делать. Ходовую тоже все перебирать. Под гарантию. Все в путь. Итак, идем, делаю обзор Kenworth, 2000, который у нас на Сахалин, тоже заказан автомобиль.
также показывают для клиента, что все перебирается абсолютно. Ну и втулки. Все, в общем, также все перебираем. Кстати, амортизаторы проверили мы все. Амортизаторы мы проверяли все рабочие. То есть мы их не будем менять. Они абсолютно рабочие. Также наклепано все. Замена сальников будет обязательно все. Сейчас вот устанавливаем здесь мы защиты. Вот так вот. Пока ремонт идет полным ходом. Новые трещотки будем все менять, вон они стоят. Мы эти самоподводящие убираем, родные. Вот так вот. Все амортизаторы, опять скажу, откручивали, проверяли, все работает. Ну все. Такой вот Кеша. Так, парни, делаем обзор Кенварда. Т-2000, который поедет на Сахалин у нас. Хотел бы показать, что здесь предыдущие хозяева, видно, мы снимаем, просто сняли коробку для проверки, да, то есть посмотреть, что за состояние, что как. Сальник, видите, они поставили новый. Это уже не мы ставили, то есть ставили предыдущие хозяева. Кенвард на самом деле такой ухоженный. Видно, что подушки нормальные, то есть нормально у него мотора стоят. Все очень плотно. Так, проверяем коробку. А, кстати, хотел показать, сцепление новое стоит. Они ставили абсолютно новое сцепление, видно. Смотрите, видите, да, то есть. Также это видео для самого клиента. Диски новые. Вот так вот. Все равно надо бы проверить, поэтому все это мы и разбираем. Сцепление, видите, о том. Вот. Так, хотел показать состояние коробки. В коробке мне, в принципе, все нравится. Пока данный момент показываю шестерни, показываю, что масло, видите, какое чистое. Ничего, зубы не обломаны. Вход мофт у них, в принципе, нормальный, еще работать будет. Вот они. Хода нормальные, зубья все целые, по синхрону тоже вроде, ну вот отсюда по крайней мере нормально он, не проваленный. Так, что я могу сказать. Так, вот здесь в масле у него, кстати, все, но надо понять. Наверное, это из-за сальника, того, что он гнал, видно. Они только поменяли сальник, это с мотора. Но в любом случае мы перестрахуемся. И мы поменяем здесь, вот тут тоже такая резиночка есть, как сальничек. Мы перестрахуемся, здесь поменяем, на всякий случай. Так, что еще? В принципе, все. Так вот, по коробке. Так вот, дефектовка показывает. Все, пока тут по Кенварду вообще, на самом деле, достойная машина. Из того, что мы обычно делаем, правый шкворень, кстати, вот сняли, проверили, он не болтается ничего, то есть мы его промажем и все. Глушитель, конечно, мы все это в порядок приведем. Ну все, что я могу сказать, идем дальше. Работа продолжается. Кенвард 2000, который поедет на Сахалин. Вот так вот, вы смотрите, даже новые шланги эти предыдущие хозяева оставили. Вот они. Ну не знаю, честно, Кенвард меня радует. На нем такая неубитая машина. Вот так вот ходовая, все снизу показываю. Трещотки уже там мы поставили здесь, все валы. Там мы все сделали. Уже перебрали всю ходовую. По тормозам, по всем. Редуктора стоят большие, усиленные. У него даже температура в редукторе масла показывает. Так, что еще по нему могу показать вам? Так, крестовину, смотрите, крестовина под замену, видите, показываю, вот она. То есть видите, она даже подкусывает, когда крутишь его, у нее закусывание такое. Крестовина на замену. Ну все, что, идем дальше, друзья мои. Работа продолжается, все проверяем, все смотрим. Ничего не упустить, самое главное. Ну все, всем пока. Итак, парни, смотрите, вскрыли мы, короче, крышку переднюю. Здесь не было вообще ничего, резиночки.
Вот такая здесь стоит сальничек спереди на коробке. Вот оно. Но мы ставим оригинальный. Обычно. Видите, написано United States. То есть Соединенные Штаты. Вот так вот. Вот не было здесь. Поэтому тут все вот это вот в масле. Так что, друзья, вот такие вот дела. Будем сейчас установить передний сальник. Машины здесь нормальные, в принципе, нос нормальный на первичном валу. Ну все, здесь у нас, смотрите, подшипник офигенный. Вообще, тут видно, они делали, поменяли коренной, а коренной, походу, не в нем была причина. Тут, похоже, причина была вот в этой коробке здесь масла. Они поменяли коренной, не помогло. Надо было поменять вот этот вот сальник. Точнее, просто поставить его. Там даже не было вообще ничего. Ну все, с подушки вижу, свежие стоят. Нормальные на двигателе. Вот он, видите, здесь даже и не пахнет этой. Вот он ставится вот таким образом. Смотрите, видите? Вот она крышка эта на этот. Тут не было сальника. Вот так он здесь стоит. Ну все. Хотя в коробке масло было. Нормально все. Ну все, идем дальше. Так, сборка Кенварда на Сахалин продолжается. Показываем правая ступица. Вот так сальник мы поменяли. Мы всегда так сажаем. Потому что он должен на клею стоять, как на герметике. Плотно. Сейчас мы по подшипникам вопросов нет. Сейчас будем собирать. Валы, кстати, не болтаются вообще. Вот что-что, а Кеша в этом плане молодец. Итак, парни, Кенвард. Т2000 показываем накладки. Поменяли, все сделали. Получается, здесь сальник поставили новый. Вот он его старый. Показываю. Все сделали, все отрегулировали. Идет сборка. Итак, парни, Кенвард, да, ремонт продолжается. Смотрите, на левой стороне тоже поменяли сальник. Вот он его старый. Подшипники все проверили, колодки наклепали, трещотку поменяли, сделали, это было самое подводящее. Валы, кстати, не болтались. Кенвард как-то сделали, кстати, Кенвард нормально, как машина на самом деле, по состоянию. Шкуры не болтаются. Сейчас единственное, вот на горе сальник течет, сейчас поменяем на нем сальник. И все, идем дальше, сборка продолжается. Так, парни, Кенвард, сальники новые. Все защиты попоставили. Также здесь все проверили, все сальники. Ну, амортизаторы все снимали, проверяли, я уже показывал это. Так, покрасилась рама. Новые накладки. Вот так вот. Вот они тоже. Все собирается. Машина была ухоженная, нормальные отсеки. Молодцы, предыдущие хозяева. С тем Кенвардом, конечно, с К-12 не сравнится. Так, парни, сейчас будем менять сальник, как я говорил. Будем ставить его родной, оригинальный, Made in USA, его ТРВшный, видите? Это оригинальный сальник. Это болезнь, как бы, на американцах. Всегда вот здесь мокреет, течет. Сейчас будем менять сальник. Путь. Операция начинается. Итак, операция продолжается по замене сальника. Вот он старый, видите, как я его вытаскиваю? Просто саморез закрутил, за него взял, как съемником, грубо говоря, и вытащил его. Да, он деревянный, на самом деле, я посмотрел. Он вообще просто колом стоит. Сейчас будем запрессовывать новый, родной, оригинальный, первый сальник. Идем дальше, работа продолжается. Кенвард Т2000, зверь! Ну все, парни, сальник новый стоит. Вот новый будем ставить. Штопор от этого. И все, работа кипит. Итак, ну все, вот такой объем работы выполнен там Кенварде. Пока, скажем, основное все сделано, все, что необходимо технически. Сейчас остается нам только лишь мелочевка, да, которая очень такая мозги делает. Так технически, вот он у нас весь. Колеса все уже поставили. Кстати, на нем сделали еще, поменяли, новый подвесной поставили.
Вот подвесной стоит. Поставили мы сюда его. Что-то еще. Крестовину, да, поменяли. Мы его, наверное, крестовину, которую сняли. Ну, как бы, я думаю, она не критична. Доехать. В принципе, я думаю, можно. Мы кинем ему в кабину ее. Пускай лежит на запас человеку. Мало где-то в дороге сломается. Подарим ему ее. Все равно мы такие вещи выкидываем. А человеку в дороге понадобится. Вот такой вот Кенвер. Сейчас у нас идет финишная доработка. Это электрика. Пошла мелочевка вся. Салоны, печки эти, не знаю, дворники, как обычно, мывайки эти, освещение. Ну все, парни, вот такой вот обзор ремонта для клиента. Клиент дорогой мой, смотри, вот он твой Кенвард, вот объем работы выполнен. Машина все уже. У нас срок до конца февраля. Практически делаем на 20 дней раньше. Я думаю, мы к середине февраля закончим эту машину. Вот так вот. Ну все. Идем дальше. Так, Кенвард, конечно, прикольный, кстати. И по салону. Может, салон показать? Давайте салон покажу. Заходить не буду. Он очень сбито едет, на самом деле. Всем, потому что, я думаю, зрителям интересен будет салон. Хотя салон, как бы, я ему отправлял ролик. Я вложу. Вот такой вот аккуратненький, кстати, салон. Вообще машина аккуратная, на самом деле. Понравилась мне эта машина. Не все в таком состоянии, далеко. Смотрите, руль, мультируль работает, круиз там, это все. Аккумулятор, кстати, я ему новый поставил, абсолютно нулевый. Все четыре. Так, коробку проверили, да, то есть показывал тоже все. Это все сделали, там спереди сальник поставили. Ну все, такой вот Кенвард. Элита, элита американская. У нас договоренность такая, что резину мы не меняем. Они сами поменяют ее. Ну все. Идем дальше. Не болейте, самое главное.